Вот с чего начинаем. Социальные нормы на потребление электричества введут для россиян уже со следующего года. Смысл нововведения в том, что семья, которая укладывается в норму, будет платить по низкому тарифу. А для тех, кто ее превысит, тариф будет повышен. Такая надбавка для расточительных может составить до 70%. Новый механизм будет запущен для начала в 15 пилотных регионах. До ноября Министерство регионального развития должно определиться с конкретными цифрами и тарифами. Как заверил глава ведомства Владимир Коган, новые правила не должны вызывать у россиян массового недовольства. По расчетам Минрегионов, социальную норму потребления электроэнергии, а потом и водоснабжения, будет укладываться порядка 70% населения. Но с чем мы точно скоро познакомимся поближе, так это с нормами потребления электричества. В России собираются установить некий порог по количеству киловатт. После его преодоления придется платить больше. Новый механизм расчетов разрабатывают в Минрегионе, если его одобрят в правительстве. С 2013 года пилотный вариант запустят в ряде регионов. Так называемая социальная норма – это тот минимум электроэнергии, который требуется одному человеку в месяц на необходимые бытовые нужды. В Москве это пока 50 киловатт-час, но цифры будут пересматривать, и, наверное, уже пора начинать экономить, например, стирать вручную или смотреть «Только утро России». На студии министр регионального развития Олег Говорун. Олег Маркович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы нам скажите, а с чего вообще решили вдруг вводить социальные нормы потребления коммунальных услуг? Ведь недавно подняли тарифы, там немалые цифры, суммы вырисовываются. В первую очередь социальная норма дает возможность гражданам, те, кто имеет и считает для себя необходимым рачительно относиться к потребляемым энергоресурсам, платить по тарифу более низкому, экономически более выгодному для людей. А скажите, кто и как будет определять эту норму, что касается именно электроэнергии? Ну, определять ее методику расчета социальной нормы будет наше министерство, а сам тариф, он будет состоять из двух параметров. Тариф, который будет рассчитан для социальной нормы, и тот тариф повышенный, который будет за рамками этой социальной нормы. Методику этого расчета будет определять Федеральная служба по тарифу. Устанавливать же сам тариф и социальную норму будут непосредственно региональная власть, то есть те структуры, которые занимаются в регионах установлением тарифа. Я как раз просто хотела спросить, в разных регионах разный световой день и вообще даже в разных квартирах разное количество электроприборов. Это не вызовет никаких сложностей в связи с определением тарифа? Да, конечно, здесь будет исключительно индивидуальный подход. Вы абсолютно правильно заметили. Скажем, потребление электроэнергии в Якутии и в Сочи, безусловно, сильно отличается. И эти вещи надо учитывать. Я понимаю, если человек не укладывается в норму, значит, тогда возникает повышающий коэффициент, по которому он оплачивает избыточное потребление. Я только вот никак не могу понять, сам человек будет тогда себе начислять, получается, это пение? Ведь мы же сами привыкли умножать потребленные киловатты, снимать показания на тариф, да, получать эту сумму. А вот как это будет выглядеть теперь? Будут представители энергокомпании обходить квартиры, снимать показания, присылать извещения? Как это на практике? Или еще не разработан этот механизм? Нет, но механизм будет разработан. Скажем, социальная норма установлена 80 киловатт-час часов в месяц. И тариф на нее установлен 2 рубля. Повышенный тариф 3 рубля. Скажем, если человек потребил 100 киловатт-часов в месяц, то, соответственно, 80 киловатт умножено на 2, 160 рублей. И та дельта, которая получается сверх установленной социальной нормы, 20 на 3, 60 рублей. Общий платеж составляет 220 рублей. При многом тарифном счетчике расчет сложнее. Абсолютно просто. Ну, наверное, я, может быть, упростил, но, тем не менее, существенное усложнение при расчете это не повлечет. Ну, а что касается других коммунальных услуг, газоснабжения, отопления? Ну, мы все-таки считаем подходить здесь осторожно. Для начала мы посмотрим, как это будет действовать в ряде субъектов. Начиная с 2014 года социальная норма будет введена на электроэнергию, на потребление энергии на территории всей страны. Одновременно в 2014 году мы планируем провести эксперимент по потреблению воды. И с 2015 года ввести также на всей территории нашей страны социальную норму на потребление воды. 70% населения, граждан, они как раз находятся в зоне
потребления установлены социальные нормы. Ну а люди, кто считает для себя возможным не экономить на этом, таких вот 30% они имеют эту возможность. С поправкой на то, Олег Макович, если жилье отремонтировано, комфортабельное, и зимой не приходится включать дополнительные электроприборы для обогрева, правильно? Ну, я с вами согласен, да. То есть местным властям есть чем заниматься. Это правда. Спасибо. О социальных нормах потребления мы говорили с министром регионального развития Олегом Говорным. Ну, тем не менее, уже с начала 2013 года внедрение социальных норм в пилотном режиме распространится почти по всей стране. Заявки на участие подали уже полтора десятка регионов. А с начала 2014 года своеобразные карточки на электроэнергию действовать будут уже во всей стране. Льготные киловатты, считала Оксана Гусельникова. Норма на свет в Забайкалье с легкой руки местной администрации появилась еще в 2005 году. Тогда норму установили в размере 55 киловатт на человека. В течение последующих 5 лет количество льготных киловатт увеличилось, правда, незначительно. Сейчас существует два тарифа. Тариф социального по 65 киловатт на одного человека прописанного. И второй свыше нормы. Идет 3,38 у нас. Оплата идет очень тяжело. Люди, как говорится, оплачивают с трудом, по уведомлениям. Потому что правильно экономить не получается даже у пенсионеров. Зимой, допустим, мы можем электроэнергией пользоваться меньше, хотя бы потому, что мы можем те же продукты поставить за окно, чтобы не прокисли, как говорится по-русски. Ну, а сейчас жарко, во-первых, очень много берем электроэнергии, но дорого. Для нас, я считаю, дорого для пенсионеров. Рост тарифов внутри социальной нормы по задумке не должен превышать инфляцию. Почему социальная? Потому что ее должно быть достаточно для того, чтобы большая часть населения, которая готова экономить, оплачивала эту коммунальную услугу по тарифам, доступным по цене. А все, что сверх этой социальной нормы, оно будет по другой цене, дороже отпускаться. Ну и, соответственно, потреблять его будут те люди, которые... Ну, либо не хотят экономить. Вот только разница между не хотят и не могут экономить налицо. Золотую же середину чиновники искать собираются в течение года 2013-го. Социальные нормы на электричество в пилотных регионах будут складываться уже из огромного количества деталей. Специалисты в регионе будут устанавливать свою норму с учетом своих территориальных особенностей. Потому что разный климат, разный световой день, разный уровень экономического развития, разный даже уровень благоустройства в домах. Это тоже все влияет. Конкретикой пока не пахнет. Цифры варьируются от 60 до 100 киловатт на человека в месяц. Однако, по мнению аналитиков, нижняя граница и без итогов сложных экспериментов мала однозначно. Математика проста. Холодильник, стиральная машинка, электроплита, электрочайник, телевизор, компьютер, то есть минимальный набор бытовой техники для жизни в 21 веке, без электричества никак не работают. По подсчетам специалистов, даже пользуясь этой аппаратурой без фанатизма, потратить менее 70 киловатт вряд ли выйдет. Правительство одобрило введение в России социальных норм потребления коммунальных услуг – газа, электроэнергии и тепловодоснабжения. За все, что выше нормы, придется платить по более высокому тарифу. Эксперимент начнут в нескольких регионах со следующего года. Но, правда, пока только в отношении электроэнергии. Подробнее об этом мы поговорим с заместителем руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ Ириной Булгаковой. Она гость нашей студии. Ирина Александровна, здравствуйте, спасибо большое, что вы к нам пришли. Ну, наверное, первый вопрос все-таки, в каких регионах будет этот эксперимент, кому готовиться? Здравствуйте. Регионы еще не определены. На самом деле мы надеемся, что это будет от 8 до 25 максимум регионов. На сегодняшний день согласие дали 12. Но для того, чтобы регион заработал, мы должны ему полностью рассказать условия, по которым он должен работать, заключить соглашение с ним. И только после этого можно сказать, что в этих регионах будет проводиться этот эксперимент, скажем так. Но у нас уже есть с вами регионы, потому что социальная норма, она существует сегодня в российском законодательстве. У нас есть в законе об энергосбережении возможность устанавливать тариф в размере социальной нормы сверху, и в законе 35-м это об электроэнергетике. Поэтому в некоторых городах в Российской Федерации уже была установлена социальная норма, два тарифа. Это Владимирская область, это Красноярский край, Забайкальский край. Ну, в общем, в основном пока все. Как результат-то?
Результат успешный хотя бы в том, что население привыкло, платит стабильно. Больше платит? В пределах социальной нормы меньше, чем, например, мы сравнивали с соседними регионами. Немного меньше получается, чем в соседних регионах, а сверх социальной нормы то, что потребляют больше. Но немножко по-разному, поскольку сегодня нет единой методики, по которой это устанавливается, регионы сами определяют, то ситуации разные. В Владимирской области социальная норма где-то около 50 киловатт, а в Забайкальском крае, например, 65 киловатт на одного человека в месяц. Хотя и там это средняя норма, она дифференцируется в зависимости от того, какое домохозяйство. А вообще в целом эти нормы уже определены? Вот как они определяются? То есть это много, это мало? Методика есть. Пока проект методики. Методику в свое время еще начинали делать Минэкономразвития. Сейчас мы ее немножечко изменили. И уже федеральные органы исполнительной власти в другие направили на согласование. Она будет пока для тех регионов, в которых вот будут проходить пилотные проекты. Она говорит о том, что мы должны рассчитать в соответствии со статистическими данными потребления, объем электрической энергии, который характерен для потребления для определенных групп домохозяйств. То есть село, город с электроплитой, без электроплиты, один проживающий, два проживающих, три проживающих и так далее. Это будет дифференцированная норма, потому что это действительно влияет на объем потребления. То есть мы по статистическим данным выводим приблизительный объем, который потребляет около 70% населения данного региона. Ну, исходя из этого, будет определена социальная норма. Соответственно, что она будет меняться со временем. Мы предполагаем, что она будет устанавливаться один раз на 3 года, но исключение будут составлять те регионы, в которых будет пилот, потому что им она будет устанавливаться на год. Потом пересматриваться. Устанавливать будут региональные власти исполнительные, а методика будет федеральная.